что я сюда поехал. Блин. Это было направо. А? Так поедем по-другому. Да ну сейчас вот налево придется теперь, сейчас по Кочубинскому будем выезжать. Задумался за эту Иволгу, потому что вспоминаю, что за магазин при советской власти был единственный на весь город. Ну да. Когда поводки даже на рынке купить нельзя было, только там можно было найти. Поводки, ошейники, намордники. И то не всегда. А сейчас там что? Ну не знаю, без понятия. Мне надо в дом тот, который рядом с Иволгой. 14-этажка это? Ага. Дело в том, что там часто бывает, даже не обращала внимания. Это подрочилось.